Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Тупейк Алексей, я преподаватель в художнике онлайн. Я приглашаю вас на авторский курс по акварели. На этом курсе мы будем использовать несложные техники, такие как растяжка, градиент, заливка, обрубовка, форм. В данном курсе мы будем изображать различную технику, как в интерьерах, так и в экстерьерных ситуациях, в разных ракурсах, в интересном освещении. Также будем уделять внимание их построению и антуражу, чтобы наши композиции были яркими, сочными и интересными. Также на каждой работе мы индивидуально разберем построение техники, как ее лучше изобразить, на чем делать акцент, какие цвета использовать для того, чтобы добиться лучшего эффекта. На первом уроке мы будем изображать мотоцикл. В интересном ракурсе, при интересном освещении будет мало цвета, но при этом мы сможем изобразить этот ракурс настолько эффектно и интересно, и избыток цветов не будет замечен. На другом уроке мы будем изображать атмосферную улицу, насыщенную автомобилями, такси, яркая солнечная погода, на которой мы будем изображать автомобили, засвеченные светом, который будет вдохновлять и навеивать воспоминания о солнечных теплых денечках. Также мы будем изображать поезда в сложной архитектуре при интересном освещении Витебского вокзала, который вдохновляет своей архитектурой, соответственно, конструкцией архитектуры. Также мы будем рисовать солнечный Лиссабон и их знаменитые трамваи. Будет интересно порисовать солнечный трамвайчик на узкой улице, который будет ярким, красивым и интересным, и будет навеивать только прекрасные воспоминания о данном городе. Также на данном курсе мы будем рисовать самолет, достаточно сложную технику. Всегда у нас ассоциируется самолет с путешествиями, то есть с отдыхом. Соответственно, мы научимся изображать эту технику и понимать ее, как она компонуется в листе и какими цветами ее можно нарисовать. Также на курсе мы будем практиковать несколько других видов изображений в виде скетчей, которые помогут нам понять, как строится композиция в скетчевом рисовании, как лучше и на что делать акценты, и как легко и несложно можно изображать достаточно сложную технику. Также на одном из уроков мы с вами разберем, как строится композиция с кораблем в зимнее время, когда у нас есть ломанный лед, как его изобразить легкими, несложными техниками. Дорогие друзья, приглашаю всех на курс, на котором мы будем изображать различную технику от мотоцикла до корабля. В нем будет много увлекательной и интересной информации. Присоединяйтесь. Увидимся в художнике онлайн.